Бросьте меня, Богородец. Прости, заступница. Петька. Петька. Да встань ты, наконец. Бегу, Васька, бегу. Вот сюда. Умираю. Ну вот, Петя, и конец. Вот и все. Ничего, ничего, батюшка, может еще... Крышка. А, дай-ка воды. Петя, остаешься ты один теперь. Прости меня, душегуба. Разбойники. Деньги там. Сухую листьянку у Зуева болото, знаешь. Ну, отмерь на закат. 22 шага тут на добрые дела, на упокой души, а то погибель мне не простится там. С вас взыщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего. Церковь сделал бедным богоделинку построй. Слышишь? Слышу, батюшка, исполню. Перекрестись, на колени встань, клянись. Сколько, батюшка, всего-то? Много. Ох, Петька, большой камень на мне. Ни одну душу погубил. Кого же это ты? А, чего там? Поклич Марию. Прошку зови. Да, в науке он. Зря не надо бы. Зови попа. Батюшка, благослови. Бог тебя благословит. Иди, клич. Мария, батюшка зовет. Вставай, шевелись! Что такое? А ты куда это? Куда надо? За попом. Батюшка чего откуда? Черти смазать не могли. Как дерево, дьяволы.
Ай да дедушка Данила, вот так отец, душегуб. А? Дедушка-то, Данила-то, который тебе костей выносил. А ведь посмотреть, светите, в иконостас установи, чего лежишь копай. Господи Иисусе. Шаренька, и дал шарик. Эй! Кто здесь? Я дам, убью. Проходи, проходи. Убью! Папаша, что ты, папаша? Рожка. Ты... Я заблудился, я. Исключили меня из гимназии. Уволили. Так, Рожка, ничего, ничего. Теперь я хозяин. Выше, еще выше. Так, что ли? Приколачивай. Да покрепче. Бог в помощь, ребята. Спасибо. Прохор Петров, обожди. Я к тебе. Сказывал, отец приедет, тогда приходи. Живее, ребята. К вечеру, чтоб 4 венца. Уж больно скорый. Сам помахал бы топором-то. Напугал. А ну-ка. А. Замолвил бы за меня словечко самому-то, а? Прохор Петров, ты не гляди, что я на деревяшке. Я ведь бывало под шибкой за троих. Ладно. Приходи завтра. Возьмем сторожа. Ну, что сделал без меня? Вот. Молодец, Прошка, далеко пойдешь. А это кто? А, знакомься, мой сын, Прохор. А это? Бонжур. Илья Петрович Сахатов, коммерсант. Исключительно рад, я в неотразимом восторге. Распорядись-ка багажом, потом обоз встретим. Исполним с экстравагантным. Пошли, Прошка. В городе нанял, в лавке сидеть будешь. А я что же? Или с гимназии что? Да ну чего там, дома выучишься. Для тебя другой у меня на уме. Вот что, брат Прохор, возьми-ка ты человека, да собирайся на угрюм реку. Слыхал? Надо, папаша, карту. Какую еще карту? Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую. Хоть сам я сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал. Ну-ну-ну, пофыркай. Раз решено, значит, баста. Вот, это, скажем, дорога от нас в Дылдино, 240 верст. Отсюда свернешь на Фролку, это верст 300 с гаком. Отсюда перемахнешь через Волок на Угрюм реку, эту самую вершину, вот. Это деревня Подволочная называется. Там построишь плот, либо купишь
большую лодку, это шитик называется, на суше сухарей, да укажут тебе там мужики, что надо. А весной по большой воде поплывешь вниз. Зачем, папаша? Нет, ты не перебивай, ты слушай. Река большая, слышал я. 3000 верст. Штунгусы, якуты по ней там. Большие капиталы можно приобрести. Вот, будут тебе по дороге встречаться торговцы всякие. Ты всех расспрашивай и все записывай в книжечку. А язык за зубами, кто ты таков, по какому случаю, а просто проезжающий. Вот, морячок, опасностей тебе много будет. А может, и погибнешь, не дай бог. Это я к тому, что остерегайся, ухо востро держи. Не пущу. Не пущу. Боженька, ты... Сыночек твой. Не слушай баб. Не обращай внимания. Иди на пролом. Никого не бойся. Человеком будешь. Папаша, а можно я с собой Ибрагима возьму? Черкесца, говоришь? А может, и верно. Этот народ либо первый живорез, либо друг лучше собаки. Подумаем. Ну все? Кинжал. Самый друг. Самый кунак. Ночью в Кавказ еду с свой сакли. Лес. Луна, горы. Вижу, белый человек на дороге стоит. Кричу, стоит. Второй раз кричу, стоит. Третий раз кричу, стоит. Снимаем винтовку, стреляем, стоит. Схватил кинжал. Ползем, подползаем. Размахнулся, раз, глядим, бабья рубаха на веревке висит. Так вот, Ибрагим, хочу доверить тебе сына. Можешь ли быть вроде как телохранителем при нем? Долгий путь отправляю. Умру, ежели доверяешь. Сдохнем, а не видом. Крайность придет. Всех зарежь, а его спасем. Дай руку. Дай, хозяин, руку. Ну, будем кунаки. Там у берега перекат. Не пропадем с таким поводырем, брошка. А сколько, считаете, верст до устья? Далече еще. Еще не один порог пройдем. Река сама себя укажет, знай, не зевай. На тебе небольшой поток. Здесь купцов с плавучей ярмаркой не встретишь. Копайся, эй, ты деревня!
Брат Черда! Приискатель прет! Здорово, купцы! Пойдем! Ошалел! Все с полтиной! Проходи, проходи, не безобразие! Дрянь! Дай быть чесор! Рублев по 20! Да поскорейте! Знаешь, что я таков? Иван Пятаков, куплю и выкуплю. У меня вот здесь 2 фунта золотой крупы. А тут самородок. По воле твоей нюхалки. Аденочка. Пожалуйте. Выше нет. Специально для графьев. Угу. Хорош. А лучше нет? Ворсла. Сколько, ежели на пару ануть? На пару ануть? То есть портянок? Аршина по 2. Это ты уж носи по 2. По 4 давай. И для ровного счета по 5. Уйди, Орда, прочь, деревня. Иван Пятаков желает кабак путешествовать. Кто желает водку жрать, все за мной. Гуляй, наша! Вот какие народы из тайги выползают. Прямо тысячники. А к утру все спустят. Смешной народ. Лихо тут у вас. Сам откуда? По какой части? По коммерческой. Ну, пока только приглядываюсь. 17 рублев. Вижу, почин славы тебе Христу добер. Надобно и отдохнуть. Величать-то как? Прохор Петрович, Громов я. О, пойдем, Прохор Петров, молодец, дорогой, ко мне в берлогу. Эх, Прохор Петров, хорошо жить на белом свете. Вот я старик. А еще вот 1000 лет прожил. Вот тебе Христос. Нравится мне все это. Работа, труд. А когда можно, гулевание. Мы же с вами встретимся. Вместе еще поработаем. Какой тебе годик, молодец хороший? 18. О, а я думал все 22. Видный парень, ничего. А капиталы у тятьки есть? А тятька тут ни при чем. Я сам буду миллионщиком. Ух ты! Поди, девчонки-то заглядывается на тебя. Ничего, ничего. Иннокентий Филович, а как мне плыть дальше? Записываешь и правильно делаешь. В уме все не удержишь. Вот наших барж 40 штук. Вот до осени плывем на север. Так в каждом богатом селе остановка. Вот так и плывем до Якутска. А там все продаем и баржи бросаем. Зачем? Как? Резонт. Денег выручаем много и гить по домам до новой весны. Ха. Поди, у тебя еще нету нашей жилки. И води, води знакомства с купцами, научат жизни. Ну и молодчага ж ты, сукин сын Прошка, вот тебе Христос. Женю, есть у меня девка на примете, сватом буду, запиши. Город Крайск, Яков Назарыч Куприянов, именитый купец, медаль имеет. Ну, медаль-миндаль, это нам... А есть у него дочка, Ниночка. Понял? Вот так и пиши, ядрить твою в кочерышке. Спасибо, Иннокентий Иванович.
Ну, мне пора. Ну, плыви с Богом. И ничего не пропускай. Купцу все надо знать. Да про Ниночку Куприянову помни. Фарко, как называется этот камень? Шайтан камень зовем. А за ним Антипова плеса начинается. С плесом этим дело было так. Значит, стояло зимовье, вот уже мимо поплывем. И жил там старик Антип. А возле зимовья была тунгуска похоронена. Шаманством занималась, волховством. Вставала она по ночам из своей могилы и пошаривала по тайге. Очень на всех пугала. Это называется угрюм река. И на реку не похоже, камнем перебросишь. Здесь она силы не набрала. Посмотришь, как она дали взыграет. Вот погоди. Лет через 10 пророют вашу угрюм реки к большому потоку канал. Подниму воду, а то и пароходы заведу. Ну, брат паря, у тебя еще кишка тонка. А, много вы понимаете. А я знаю. Прошка, опять тебя хозяйская дочка ищет. Пусти. Ишь ты, загородил дорогу. Душно как. Искупаться надо. Что за чёрт? Эй! Это ты взяла? Татьяна, ты? Иди, миллионок, ко мне, иди. Отдашь или нет? Я взял. Стыда у тебя нет. Ушла. Ну, тебя уж подурачиться нельзя. Наколка. В первый раз видишь, а лезешь.
Ну и девки у вас. Проша. Прошенька. Прошенька. Путь надо, Прошка. Житик давно готов. Вода еще не пришла. Знаем мы это, вода. Не надо, Прошка. Рано тебе девкам любить, больно молодой. Не затем тебе мать и отец на Угрумреку посылали. А кто в ответе будет, если с тобой грех случится? Кто клялся, что ребенок цел будет? Кто? Я не ребенок. Девкам бегать. Будешь водку шрать? Завтра едем прочь. Вода уходит. Хорошо, отправимся завтра. Может, Таню с собой возьмем? Какую Таню? Дело будем делать. Как ты смеешь? Нет. Я все смею. Другой раз ребри буду ломать. Щенок худой. Врешь складно. По башке тебе веслом. Юри! Как это вру? Про что ты? Как про что? Нечто не слышал сказ-то мой. Прослушал. А ты расскажи, сынок. Мне интересно. Вот я и говорю. Она, эта самая колдовка-то, шаманка-то. Как-то раз среди ночи к Антипу объявись, значит. Так как крикнет: «Эй, вставай, Антип! Я мертвая к тебе пришла! Гулять будем, плясать будем!» Ну, тут наш Антип с перепугу в одном бельишке, по морозу дуй, не стой, пока, значит, сугроб носом и застыл. А ты видел, кто Антипу приходил? Может быть, баран приходил?
И какую слову говорил, ты слыхал? А может быть, тебе мертвый старик толковал? Такой сказ в народе. Я почем знаю. Правей! Нечто не видишь! Эх, ну теперь работы будет. Не заскучаешь. Ну и тело у тебя, Ибрагим, как у борца. Селенка, наверное, есть. Мало-мало есть. Глазей, работай. Вот тут Антип и жил. И шаманка недалече схоронена. Пойда туда. Посмотрим, а? Пойдем. Коли не боишься. Ибрагим, пошли. Наливай. Дело борзо. Ну и крепкие же вы, отец Ипат. Я бы тут же и окочурился, и был. Привычка, а потом натура. У меня папаша от запоя помрет. Угощайтесь, не обессудьте, гостюшки дорогие. Ну что ж, с именинницей тебя, Петр Данилович. За здоровье Марьи Кирилловны. Гостей будьте. Неотразимое королевское величество. То есть кто это? Анфиса Козырева, соседка ваша. Недавно мужа схоронила и вернулась из города. Она у деда Данилы в горничных девчонках ходила. Прошу, Анфиса Петровна, желаю выпить только с тобой. Садись. Ах, что это право?
Да, ну не ломайся, не ломайся. Эх ты, моли. А где ты теперь, Прошенька наш? Помяните его у престола, батюшка. Помяну, мать, помяну. Ну-ка, что это у тебя, поросенок, что ли? Подъел сюда. Смерть люблю поросятину. А, зело порзо. Господа, тост! Тост! Раз уж вы, Петр Данилович, решили жить широко, по-благородному, то уж тост! Тост! Прохор-то у меня единственный. Хороший парень, отличный поросенок. Сразу видно, что свой. Тост! По-благородному! Черту тост! Черту по-благородному! Плясать хочу, ваш Анфиса. А, Анфиса, Илья, крикни кучеру, тройку! Постыдись ты, Петруша, людей постыдись. Людей! О, тут тебе весь закон и все люди, тройку! Ты чего вчера напугался? А ты? Я на тебя, глядя, побежал. А я, паря, на тебя. А ты не вспомнил, как звали эту шаманку? Тяни, тяни, а ну, черти! Кто это? Копчишка тутошний. Торгаш из армян. Уголовный он. Я у него крупу зимой в долг брал. Хочешь, я его позову? Имя у него чертово, язык сломаешь. Поклич! Аганес Агабабович! Слышка! Кто такие? Жители, тот человек желает с тобой перемолвиться. Купеческий сын. Эй, вы, дармоеды, к берегу. Выбирай по струнке, подтягивай бурундучную. Жолик он. Всех процентой давит, паразит. Здравствуйте вам. Откуда вы? Громов я. Издалеч. Что тебе надо здесь? Зачем едешь? Может, торговлю желаешь заводить? Напрасно. Здесь пропадешь. Народ сволочь. Все норовит. Долг без отдачи. Тонгусышки. Зверье, орда. Того и гляди, зарежу. Чего зря врешь, Аганес Агабабович. У нас хороший народ. А ты как клещ сцепился. Ишь, какую брюшину насосал. Что-что, я клещ? А доплывем мы до заморозков в край. Ты что? Поворачивай назад скорее. Ты знаешь, сколько верстов отсюда? 3000 верстов. А река? О, прямо смерть. А это кто такие? Политики, смутяны. Цилка, дрянь, я их... Почему дрянь? А как иначе? Против царя, против порядку и капиталу. Пускай-ка они, сукины дети, теперь лямку потянут. Я их... Ты бы весь народ! Что, что, что? Здравствуйте. 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 И охота вам этого черта лысого на себе тащить? Пристукнули бы его где-нибудь. Если начнешь... Пухнуть с голоду, на любое согласишься. Челдоны на работу не берут. Где уж нам? Тайгу корчевать, да на вину пахать. Где уж нам?
Я, например, бухгалтер, а мой друг фармацевт, а вот он юрист. Ну, известное дело, мы к мужицкому труду не приспособлены. А вам сколько лет, товарищ? 20. Я тоже купец. Может, в эти места приеду работать. Но я дело иначе поведу. А это как же иначе? Жулик ты! Должник ты мой! Запись у меня есть! Острук! Сукин сын! Есть свидетели! Эй вы, к шитику! Отродие! Прежде всего, этого бегемота и всех мерзавцев, которые мужиков грабят, в омуте утоплю. Я дело по справедливости поведу. Человек должен быть честным. Никто не видал? Анфиса Петровна. А за случай в следующий раз. Буду знать, что ты понял. Хозяин там где? Полное исключение всякого присутствия. Рябиновая. Дозвольте прикинуть. Шос. Кажись к лицу. Кажись к лицу. Не надо, не нуждайся. Ну, ты это даже огорчительно, Анфиса Петровна, ей-богу. Вас, наверное, по всем швам хозяин задает. А тебе-то какое дело? Да и ты мне не нужен. Ну, на что ты мне? А, Илюш? Ну, как же так, Анфиса Петровна. Женщина, можно сказать, в цвете лет. В поэтическом одиночестве и все такое. Да садись за стол, рассказывай новости. Какие у нас новости, Анфиса Петровна? Марья Кирилловна, естественно, о Прошке убивается. О Прохор Петровиче? Ну, да. А у Петра Даниловича известное дело, из бутылочки. И к вам в гости. А Марье Кирилловне не вдомек. Курсив мой. Ну и дурак же ты, господи. И за что тебя наши девки любят? О-о-о, ведь послушать их, так ты прямо царевич. А на самом-то деле, рыжий, рябой, курносый, чисто овечья смерть. Анфиса Петровна, вот когда вы меня полюбите... Да никогда. Неправда. Неправда, Анфиса Петровна, могу сейчас доказать. Анфиса Петровна, ангел, ну, один поцелуйчик, в щечку. Анфиса Петровна. Да погоди. Это же мучительство. Ну как вы не понимаете? Я усиленно страдаю. Ты дурак, вот и страдаешь. Голубушка, пшеничка, пощадите мой нервоз. Да не сюда! Господи, ну куда же ты? Давай, полезай в подполье, проворней, проворней! Ну скорее же, убьет ведь! Гости были, а? Я сама. Сама? Сама. Давно ли куришь? А ну-ка, кури. Что
Крепкая очень. Крепкая. А сам-то я не крепкий, а вот так, грудь-то, кулаки-то. Богаты. Дай так вот. А знаешь, кто у меня подходит, а? Любовник. Любовник. Стой, а ты поверил. Эх ты. Опять. Смотри, Анфиса, эти штуки брось. Ты, Петя, дома командуй. А здесь я хозяйка. А будешь продыбачить? Эй, ты, мученик, никак уснул. Анфиса Петровна, вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм. А на что он теперь похож? А? На основании вашего легкомысленного поведения я полчаса в соленых грибах сидел. В кадушке. Анфисочка, цветочек, ну вот. Давай река. Что за река? Перекат, перекат, только время теряем даром. Глупая река. Река бедовая, свирепая. Уж Бог ее создал так. Она все равно как человечья жизнь. Пойди, пойми. Потому и называется Угрюм река. Не люблю такая река. Теперь пока легче будет. Извольте посмотреть. Вот мы, значит, от этого камня поплывем, а к ночи, ежели все благополучно, опять к нему вернемся с другого только боку. Зачем? Да так уж она петляет, верст 70 с гаком. А ежели прямо сухопутим, полторы версты. А ну, врати к берегу. Пойду проверю. Беги, все равно не убежишь от меня. Мы еще поборемся. Запомни, я Прохор Громов. Прибежал русак. Здравствуй. Как попал в бое? Торговый? Нет? Огненная вода есть? Порох? Крупа, сахар? Чай? Нет. Пойдем, айда. Свой шитик вас вожду. Куда ты? Вниз бежишь на шитике? До Крайска, старик, доплывем. Нет. Сдохнешь. Не сдохну. Доплыву. Совсем твоя дурак. Скоро зима, шибко далеко. Ворони бог.
Это мой дошка. Мужик сдох, околел маленько. Одна осталась. Больно худо, совсем худо. Мальчишку надо, они рожают. Я богатый, много олень, пушнина, да то, да сё. Умру, кто хозяин? Ой, шибко мальчишку надо, внука. Вот ты останься, поживи мало-мало. Мех есть, желтый камень, золото есть. Покажу. А? Она шибко жарко обнимает. А? Разве худой баба? Оставайся, любись. Родит мальчишку, тогда уйдешь. Это другой дошка. Шибко молодой, шибко сладкой. Вот так красавица. Вкусно. Вот женись, оставайся. Тайгам будем гулять, белковать будешь. Все отдам, всех оленей, на. Вот год через два приеду, женюсь. Женись бы сейчас. Какой девка. Верно толкую, чего ты? Айда, хозяйство будем поглядеть. Оленей. Бойе, проснись. Бойе. Значит, хочешь уйти? Покинуть? Да. Поплывем с нами, хочешь? Нельзя. Я в тайге лежу. Меня караулят. Что значит лежу? Кто тебя караулит? Шайтаны. Еще отец караулит. А как тебя зовут? Синильга. Синильга? Когда я родилась, отец вышел из чума и увидел снег. Так и назвали Синильга. Значит, снег. Такая у тунгусов вера. Слышишь, как бьется птичка? Тук-тук. Сердце мое без тебя остынет. Кровь остановится. Оставайся здесь, оставайся. Любишь ты сказки? Страшные, страшные. Я сказка. Любишь ты песни грустные, грустные. Я песня. А сердце мое волшебный бубен. Встану. Ударю в бубен и поведу тебя над лесом. А лес в снегу, а сугробы глубокие, глубокие, а мороз лютый, и вокруг месяца круг. Ох, горько мне, душно. Синильга, если б ты была она, я бы любил тебя. А я и есть она. Разве не узнал? Я никогда не видел ее. Я только слышал про нее сказку. Она мертва. А я, по-твоему, живая? Вот поцелуй меня жарко. Брось меня в костер своего сердца, и я живу. Ты холодна, как снег. Я снег и есть. Тяжко лишать гробу одной, и холодно. Значит, ты шаманка? Та самая? Та самая. Врешь. Прохор Громов. Откуда ты знаешь, кто я? Прорицаю тебе. Начало у тебя будет хорошее. Середка кипучая, а конец страшный. Прохор Громов. Прохор Громов! Прохор Громов! Эй! Эй, Прошка! А где Синильга? Какой Синильга? Нет такой. Может, мой девка? Дошка,
Он в сюме сидит, хворает. Прошка! Лео! Ну? Пей, Петя. Не тужи. Ты вот меня сладкой наливочкой чествуешь. А что в сердце моем не примечаешь? Ох, твое сердце с перцем. Хитер ты больно. Пустую хочешь со мной сыграть. Смотри, не из таковских я. Ни с чем отъедешь. Пригожа ты, а ум у тебя как у кошки у слепой. Я про сына речь веду. Понимаешь, нет? Да как не понять? Да сын ли он тебе? Полно. Не подкидыш ли? Чего такое? Неужто сына бы своего кровного на погибель послал, а? На погибель, Петруша? Молчи. Думал, ты уже уехал. Ну, как можно? Лошаденку вот покупал. Нельзя не проститься. А Ибрагим где? За ранку отправился, замену тебе ищет. Никак нам нельзя без проводника. Может, останешься, а? Ах, у меня дома сын, хозяйство, как спокойно. Ведь ежели плыть, дай бог, к Пасхе домой-то вернуться. Баба подумает, что утоп. Ну, Прохор Петров, прощай. Много тобой довольны, дружок. Ну, значит, через годик будем тебя поджидать. Вот так. Вот что, Прошенька, ты хорошенько обмозгуй, дело-то плыть ли. Поздно смотри. Вдруг замерзнете, а? И дальше ни души не встретишь. Я решил плыть. Пусть плывет. Поезжай. Коли планида у тебя счастливая, доплывешь. Знать, тогда ты не Прохор, а Прок. Прок из тебя большой будет. Всякому свое указано. Тутошний он. 106 годов ему. Не шути, паря. Вот-вот мороз хватит. Нет на моей памяти, чтобы кто всю Угрюм реку прошел. Я первый буду. Сколько считаешь верст до устья? 1500. Буду плыть. Матри. Ну ладно, вось Бог пронесет. А, вот чего еще. Тунгуска-то, шаманка-то, мертвая-то. Ведь ее и впрямь Синилькой звали. Вспомнил, ей-богу, право, Синилька так и есть. Ну и что? А то, что не шибко, ты ее накликай. Прицепится, с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить, то ты ее молитвой. Ерунда какая. Шайтан! Шайтан! Никто плыть не хочет. Лучше дома, говорят, умереть будем, чем на прямой погибель ехать. Деньги давал? 100 рублей давал. 200 рублей давал. Никто не хочет. Сволочь. Может быть... Мы едем. Жалко мне с вами расставаться. Ну, жалко. Дюже привык я к вам, ей-богу. О, соколик мой, человек хороший. Совсем запамятовал. Ведь ты мимо монастыря побежишь-то. Вот тебе... 10 рублев. Закажи монахам 40 вуст. Пусть поминают Никиту. Меня Никитой кликать-то. А фамилия как? Фамиль не объясняй. Богородица сама знает, что за Никита, за такой. Одначе напиши, мол, раб Божий Никита Сунгалов из казацкого роду, а всяк случай. А то... Воськиной
тоже Микита помер. Старый пень, вроде меня. Да ведь ты живой. Горе мало. Покров умру. А про свирку купи, малый, самую большую. За 5 алтын. Либо за 2 гривенный. Но топерича плывите с Богом. Прошка, куда эти? Знаешь, куда? Нет. Я тоже нет. Очень хорошо. Ну как же мне, барыня, сударь, не знать? Я знаю все до тонкости. И тунгусишек знаю. Ведь тунгус, он что зверь, орда и более никто. Он смирный-смирный, а нападет на него блажной стих, возьмет и пристрелит. А неужели ты в тех самых краях был, на угрюм реке? Ну, в тех, не в тех, а около. Ты не торопись, ты, ей-богу, уже подавишься. Куда вот, спешит? Вот как бы еще чуток брашки. Варвара. Рассказал бы я вам один случай. Лет 5 тому, вот, к примеру, как твой сын, поехал купец с товарами в тайгу и подручного захватил. Дело. Уехал и как в воду канул. А в 3-м году, проходил я по тем местам, слышал, нашли будто охотники костер. А в костре-то 2 скелета. Господи! Дело. Вот как тут. Царство небесное, как же это их? За что же их? А за горло, матушка барыня, за машинку. Сперва, значит, одного головой костер, а тут и другого. Ну и брехун же ты, брат, сей-бог. Да. Бестия. Я сам из тайги, ну? И тунгусов-то по боли твоего видел. Тунгус? Фу. Зря людей пугаешь, махнорылый. Да вот тебе крест. Что, я, Иван Непомнящий, напрасно несу? Я брешу? Да я, может быть, тунгусами-то этих купчишек-то вот это. Ну-н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 у! Это же приедет хозяин, он тебя накостыляет. Вести какой! Дьявол! Что с тобой? Ну, Прошка, Прошка. Не могу больше. Жар. Голова болит. Ничего, Чигит. Растудился. Немножко отдыхать будем и дальше пойдем. Не бойся. Не бойся. Терпи, Прошка. Скоро дом будет. Тепло будет. Не пройдем. Зачем? Знаешь, как кинжал закаляют? Вагон да воду. Вагон да воду. Вот так человека надо. Крепкий будешь. Сильный будешь. Не пройдем. Жрать нечего. Патроны. Кончается. Пешком не дойдем. Оленей надо. Не жизнь? Мало чего надо. Тогда нужно было дома сидеть. Куда шайтан понес? Плакать будешь?
сдохнешь. Работай. Работай. Ну. Скоро я помру. Не помрешь. Эх, Шаринка, Шаринка мой. Ой, Господи. Чего? Ну, с утра пораньше. Да это он со вчерашнего еще. Ну-ка, да. Пойдем. Пойдем. Ой, Петр, Петр. Ну, заныла зубная боль. В доме треснуло зеркало. Погляди-ка. Примета самая худая. Прошенька-то наш, Господи. Молчать! Не в прошеньке тут дело. Вот ты-то, когда сдохнешь, зубная боль, ты-то... Ну я-то что, тебе поперек дороги? Вот тебе твоя примета. Водки, огурцов и люка! Куда? Зачем? Да, баньки, баньки. Во сколько вам полагается полный покой и отдых, как в благородных воспитанных домах? Ладно, Илюха. Молодец-то у меня. Вот, и ладно. И ладно. Признаешь во мне полного коммерсанта, а? Господи, Петр Данил, у тебя с вашими-то капиталами. А как же иначе? В нашем городе вы были бы без малого первым, ей-богу. Разувай. Эш, кудряш какой. Ты, Илюха, счастливый. Кудрявым, говорит, везет. А как же, значит, само собой, комментарий излишний. Так, с Рождества прибавлю тебе еще пятерку. Мерсис. А ежели в мой интерес войдешь, сразу четвертную набавлю, понял? Петр Данилович, а в чем же будет этот интерес? А что, Илюха, нравится тебе моя баба? То есть, а, которая, Петр Данилович? Ну, что, дурак какой ты, Илюха, а? Ну, ступай, ежели аппетит есть, действуй. Соблюдешь мой интерес, озолочу. А в чем он, этот интерес мой, состоит, кумекой сам? Крошка, голубь, храни тебя, Христос. Ибрагим, голубчик, помоги, холодно. Ибрагим, укрой меня, холодно. На, чекит, кушай, каша первый сорт. А сам? Сыт. Ешь, не жалей. У нас все много. Thank you.
Прошка! Прошка! Прошка, жив будем, жив будем. 15 пудов говядины есть. Шашлик есть. Сало есть. Вот кунак, будет тебе шуба. Теперь холод нам. Фу! Поправляйся и в путь. Найдем тунгусов. Не найдем, фу! Сами выйдем. Никогда не расстанусь с тобой. Если бы не ты, смерть бы мне. Сейчас ашать будем. Крайск приедем, пирожных купим. 100 штук. Очень я люблю пирожные. Прошка, ты спи. Пойду мясо таскаться. Пресвятая Богородица, спаси. Заступница, сохрани. Волки. Что случилось? Где мясо? Ужинать бы. Не нашел я лося. Как? Чего кричишь? Не нашел, говорю. Нет. Темно стало. Свари каши. Нет каши. Дай сухари. Чай вскипяти. Нет чай. Нет сухари. Нет ничего, нет. Почему ты сердишься? Ты болен? Твое тело. Волки, Ибрагим, они сожрут нашего лося. Спи, кунак. Это не волк. Волк нет на тайге. Это ветер. Ветер. Что случилось? Ибрагим, почему ты говоришь, будто плачешь? А? Мой не плачет. Врешь ты. Мой никогда не плакал.
Прощай, Прошка. Прощай, Джигит. Тебе легко будет. А мне как? Прости меня, Прошка. Спи. Прощай, Джигит.